Народ, привет. Вот на улице у нас минус 26,5, ну почти 27. Дома 22. Это вот дом тоже держится тепло на 4 киловаттах. Дом и, ну, сегодня про гараж. Пойдем покажу, как гараж без какого-либо отопления. Абсолютно никакого отопления держит тепло. Так, сейчас выходим. Не буду отключать, на улице утро. Поснимаем, посмотрим. Только выхожу на улицу. А ты моя красавица. Жестко встречает. Так, ну-ка, здесь градусник тоже есть. Ну ладно, тоже так же, как и... Вот он гараж. Гараж с опилкой бетона. И еще, да, вот эта сторона, одна сторона у гаража. Еще фундамент не утеплен. Вот, смотрите. Бетон идет. Чистый бетон. Фундамент высокий. Полметра фундамент от земли. Это еще под землей сколько. И эта сторона не утеплена. Эта сторона вся закрыта. Вот он. Пеноплекса, все закрыто, утеплено. Это еще нет. Ну, идемте смотреть температуру в гараже. Завтра еще холоднее будет. Несколько дней посмотрим, как он держит тепло. Как вакуум получается. Еще есть щели. Он еще, я не успел просто да утеплять ворота. Это промерзшие. Ну ладно. Вот смотрите, при минус, что там, 26. Вот один идея. Вот мы дверь закрыли. Короче, ну пускай даже будет минус 2 градуса. Это же вообще офигенно. Вот 29% влажности. Вот второй градусник. Ну, то же самое. Но здесь минус 1 показывает. Вот она машинка. Все, никакого отопления. Вот снег на земле не тает. Ну, на земле похолоднее. Гараж стены в полметра. 500 миллиметров. А опилкобетон, видите, здесь он не заштукатурен. Ну и с этой стороны, здесь еще сейчас у нас стройматериал, с этой стороны еще бетон, фундамент открытый. Здесь он, вот даже вот так я его закрыл. Ну, чтобы в дом не шел холод, я вообще здесь хотел делать тоже отопление, ставить батарею с дома, заводить. Но хорошо, что я не сделал, потому что пришлось бы здесь поддерживать такую же температуру, как в доме. Делать ворота все герметично, нафиг это надо, видите. Для машины, ну, 0-2, это вообще ерунда. Она заводится у меня. Аккумулятор очень старый, здесь ему 6 лет. Ну, при минус, вот вчера за Эльмирочкой ездил, сколько? Ну, около полтора часа она стояла, вот минус 18 было. Ну, спокойно заводится еще. А минус 2, это вообще ерунда. Так что... Все, завтра смотрим, завтра еще холоднее будет, посмотрим, сколько будет показывать при минус, там, например, 30 с чем-то. Вот видите, ворота не успел я доделать, уже пеной работать нельзя, кое-где есть, здесь закрыто, вот здесь я проверял, вторую резинку сюда налепил, ну, она не плотно прилегает, вон там щели. Это я сюда делаю, когда будет тепло. Обошью вот так. Вот входную дверь я сделал, обошью фанерой. Здесь экспериментировал с пеной, запенивал. Ну тоже щели, прям чувствуется, дует. Еще, видите, пропускает. И плюс, еще не закрыт фундамент с той стороны. По бетону проходит холод. И вот так держит тепло, представляете? Вот так держит тепло этот гараж. Без какого-либо отопления. Вот электрика вся. Ничего никуда не подключено. А, да, свет у меня есть здесь.
Резонно. Так что давайте до завтра. Завтра будем смотреть, будет прохладней, сколько будет градусов здесь. Все, завтра увидимся. Так, ну вот вечер этого же дня, вот 32 градуса, 31,9 стало. Ну, 32 градуса сейчас на улице. Пойдемте посмотрим, сколько в гараже. Это вечер. У нас Новый год. Вот так. Ну, фокусируйся. Вот так все красиво наряжается. 32 стало. Пойдемте посмотрим в гараже, сколько вечером. Прихожка. Просто, да, она необходима, вот эта прихожка между улицей и основной дверью. Этот буфер нужен. Время, по-моему, 10 час. Пойдемте в гараж. Ай, блин, надо было. Что-то я не подумал, фонарик надо взять. Свет включим. Так, пока холод не зашел. Ну вот сейчас дверь открыли, прямо на глазах. 2,5 было. Сейчас минус 3. Да даже пускай, ладно, пускай минус 3 будет. А вот 2,8 стало опять. Разница колоссальная. Колоссальная разница. Вот 2, да, на 30 градусов разница. На улице какой мороз, и здесь как, ну, огромная разница, без какого-либо отопления. Это вот курям кушать я сюда занес. Видите, ничего не делаю. Так что вот так завтра. Утром, завтра еще посмотрим. Утром холоднее будет. Зайдем, посмотрим, сколько будет показывать. Вот утром 38, да, уже. Сейчас на рассвете еще холоднее будет. Время. 8 часов без 20. На рассвете сейчас еще опустится температура. Вот сейчас. 10 часов, 35 минус. На солнце. На солнце сейчас покажу. Ну, 29. Ладно, идемте в гараж. Смотрите. Сегодня выходной. Солнышко вышло. Сейчас. Холодно, даже снег. Такие морозы. Слежу. Вот с гаража сверху щель выходит. Теплый воздух. Ладно, пойдем смотреть, сколько там держится. Закрываем. Так, ну минус 5. Минус 5 в гараже. Ночью было. Даже пускай ночью было 38-39. В гараже минус 5. Это колоссальная разница. Здесь для курей храню еду жидкую. Ну-ка. Немного сверху прихватилось. Там даже вон, вода жидкая. Так что вот как-то так. Гараж держит тепло. В такие даже сумасшедшие морозы, минус 40 почти, в гараже тепло относительно. Так что я не нарадуюсь. Кто-то мне говорит, что со стены идет тепло. Здесь стена, то с домом в полметра. Не знаю, откуда здесь тепло. Но здесь видите, как тепло. Вот гараж еще не заштукатурен. Вот этот бетон, я говорю, вот он.
этот бетон не утеплен. Но здесь завалено стройматериалом. Возможно, оттуда холод не идет. Хотя вот чувствуется, вот отсюда как будто холодом тянет. Вот так закрыто. Может, если бы этого ничего не было, холоднее было бы. Ладно. На следующий год уже летом, весной это все доделается, заштукатурю, зашпаклюю, будет красиво все. Дай бог займемся. Еще полов нету. Полы сделаем. Ворота доделаю потеплее. И будет вообще тепло. Так что вот так. Вот так хорошо. Стены в полметра. Опилка бетон. Он держит тепло. Гараж пристроенный к дому. Без какого-либо отопления. Включить отопление, какую-нибудь пушку поставить. Все, я думаю, здесь будет вообще плюсовая температура. Ладно, всем пока, народ. 5,5. Дверь открыли. Ну, вот здесь на этом градуснике то же самое. 5 градусов, видите, красная полоса. Всем пока, скоро увидимся.